Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас необычный выпуск. Вы видите здесь нашего ведущего футуролога Сергея Анатольевича. Ну, а всех остальных участников сегодняшнего заседания он представит сам. Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый день, Михаил. Расскажите, вот почему вы, во-первых, так одеты, а во-вторых, представьте, пожалуйста, наших сегодняшних гостей. Ну, скажем так, то, что сейчас мы будем говорить и то, что мы будем презентовать, это действительно несколько необычно. Это зарождалось вместе с идеей самого Юнибайка, с идеей вот этого индивидуального легкого транспорта, но постепенно, по мере того, как эта идея уже стала обретать реальность, то есть когда был создан Юнибайк и была заложена уже система туда, все помнят привода на велогенератор, когда можно вырабатывать эту электроэнергию складировать в аккумулятор и использовать для движения. И вы все помните утверждение генерального конструктора, который сделал очень такое мощное заявление, что эта электромашина может двигаться со скоростью до 60 км в час только за счет электропривода, который может давать сам человек. А сама машина разгоняется до скорости 150 км в час. Естественно, что это настолько нас вдохновило, так как мы всегда пытаемся и описывать, и показывать будущее. Алексей Суходолов, я уверен, что здесь его все знают. Адриан, мы расскажем сегодня, какую роль он сейчас начинает играть и дальше будет играть в нашей логике, которую мы назвали сейчас. Если не ошибаюсь, это Адриан Кармоса, вице-чемпион мира по бодибилдингу. Да, по натуральному бодибилдингу. То есть, когда, ну, да, это абсолютно... В SkyWay все натуральное, экологически чистое, естественное, никакой химии в SkyWay нет. Да, да, да. Вот. Нина – это фитнес-консультант, консультант по бизнес-тренингу. Это тоже наш партнер сейчас в Европе, где мы активно работаем. Но я думаю, более подробно расскажет Алексей, когда мы будем презентовать. А сейчас вопрос, что на буквально последней европейской конференции в Словакии мы познакомились с Адрианом, познакомились с Ниной. Вот. И у нас само собой в разговоре появилась вот эта логика SkyFitness, что Юнибайк наш должен быть не просто машиной, которая вырабатывает электроэнергию. А Адриан предложил вопрос, говорит, а почему у вас эта машина не может там заниматься на другие части тела, почему нельзя вырабатывать энергию с помощью других тренажеров. И родилась вот эта концепция SkyFitness, и фактически сейчас наш Юнибайк становится полноценным уже спортзалом, который может абсолютно давать всю нагрузку, когда вы там находитесь, но при этом очень интересно, что энергию, которую мы вырабатываем, она идет на движение. И мы сначала для себя определили такой, ну, как бы слоган, что твоя энергия в твое движение, но Анатолий Дарович нас немного поправил, и сегодня это называется наша энергия в движении. И таким образом мы сегодня делаем уже с консультантом генерального конструктора Адриана, мы уже работаем с конструкторами, и сегодня идет полным ходом проектировка уже именно тренажеров для Юнибайка, вот, то есть для того, чтобы там вырабатывалась полноценная энергия, для того, чтобы он был полноценным спортивным залом, и вот как раз мы сейчас активно этим занимаемся, и активный процесс этот идет. Так это уже не Юнибайк, и не Юнибэг, и не Юнибокс, а Юниджим? Но у него будет еще очень много названий, потому что я сразу передаю слово Алексею и анонсирую несколько вопросов, ну, таких, что в ближайшее время вы увидите еще очень много интересных трансформаций нашего Юнибайка, и, конечно, SkyFitness – это очень важное такое понятие, это очень важный шаг, но это только первый шаг. Еще будет очень много необычных трансформаций нашего Юнибайка. Я думаю, что где-нибудь через годик, потренировавшись в Юнибайке, вы снимете эту маечку и нам продемонстрируете фигуру не хуже, чем у Адриана. Ну, я, во всяком случае, тоже на это очень сильно надеюсь. Вы должны взять на себя и с честью это нести. Будем стараться. Ну, я тогда передаю слово Алексею. Алексей, это как у нас футуролог, вице-президент Ассоциации международной практикующей футурологии, и он как раз один из авторов того, что сегодня здесь происходит. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте, Михаил. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну, первый раз на сеансе онлайн практикующей футурологии. Да, действительно, сейчас Юнибайк у нас приобретает очертания все еще более отчетливые. И если у нас раньше был такой вопрос, что такое экотехнопарк, сейчас постепенно мы будем раскрывать особенность, что такое Юнибайк. И я хотел бы немножко рассказать, каким образом родилась буквально на наших глазах с Адрианом, с Ниной
концепция Sky Fitness. То есть это future fitness. То есть это фитнес будущего. Вот у всех нас, я думаю, есть такая проблема. У тех людей, кто активно занимается бизнесом, ездит по командировкам. У нас куплен абонемент в спортзал, но он покрыт слоем пыли. Почему? Потому что времени, к сожалению, посещать спортзал нет. И было бы замечательно, если бы мы могли одновременно и передвигаться, и посещать спортзал. Как раз-таки одну из этих концепций мгновенного перемещения реализует Unibike с ролью Sky Fitness. И все вы прекрасно видели отзыв Адриана. Это не подготовленный отзыв, то есть от чистого сердца. Там даже был шорох, который замечательно прокомментировали как шум Unibike, но у Unibike не будет на самом деле никакого шума. И Адриан спросил, а почему я не могу, допустим, не только крутить педали в Unibike, но и работать на другие группы мышц. И он сказал великолепную вещь, что не только нижняя часть может быть задействована, но и каждая частичка нашего будущего рельефного тела. И после этого начался сеанс практикующей футурологии, и буквально на глазах родилось направление Sky Fitness. Консультантом, главным консультантом, по которому является сейчас Адриан Кармосса, это вице-чемпион прошлого года по бодибилдингу, по натуральному бодибилдингу. Ну и, собственно, я думаю, что без сомнений, так как в ноябре будет чемпионат по бодибилдингу уже этого года, у Адриана нет выбора, как стать чемпионом мира уже. Ну, используя уже высокотехнологичный спортзал, как этот Unigym, у него другого просто выхода нету. Я думаю, что конкурентов не будет, по крайней мере, по современности и продвинутости методик тренировки. Hello, Adrian. Hello, Михаил. It was a joke, okay. First of all, I'd like to ask you how you became a Skyway investor, what you find in the string rail technology, and what was it that you discussed with Anatoly in his office just 15 minutes ago? Yeah, first of all, the way I have found out Skyway was Mr. Solar, František Solar from Slovakia. He introduced me in Skyway, which me and my girlfriend has a program which he has been involved in Golden Rope Academy. One of the things is that I am taking care of the physical part of the body, which my girlfriend taking in a part of the body, and František is my gym. She's a fitness instructor as well, if I'm not mistaken. She's not. I am myself. Okay, she will tell you later on what she's okay. doing. Okay, I'm sorry for that. And František is my customer in gym. Mm-hmm. So I have started train him, and he was trying to explain me what the Skyway means. So I've got interested, very interested, especially in the Unibike. And we start talking about that, and that's what I'd like to explain later on, what's really, really, really great idea for me. Okay, and what are your plans for future cooperation with Anatoly Yunitsky and the Skyway project? Yeah, I'm not as a coach only, as I have created a lot of bunch of programs as well. So with Mr. Yunitsky, we have been discussing that the idea of that the people has to, which trying to work out in the gym has to spend a lot of time on the roads, you know, which is unsafety, then, you know, which is really, really separate stuff to do. And the idea of that they could do that in the one place, one spot in the Unibike, I really like to participate and, you know, be part of that project. Thank you very much. And what is the role of your girlfriend? I think her name is Nina. A very nice name which is familiar to every Russian ear. Hello, Nina. Hello. First of all, we are glad that there are such beautiful girls among our investors, among our partners. What is your help that you are going to render to Adrian?
Yes, I'm founder of the Golden Rope Academy, and the base of the Golden Rope is a rope, and it's symbol of the help. And also the main point of the Golden Rope is helping others with their psychical health. Mm-hmm. So my part in our projects is psychical health, because I'm a coach, but for the brain, for the businessmen, and also for some special trainings. So we are preparing with the Skyway some programs and some trainings as well. Have you already seen the rolling stock of Skyway? So you're interested in utilizing a unibus or unibike, whatever. Have you already seen it, or are you going to do it in the near future? Well, we did not see that, unfortunately, yet, but today is the special day for us, so we're looking forward to go there and do some exercises. So hopefully we will find some great idea. I'm sure that with such a help, with such strong and beautiful help, we are destined to be successful in our future. Is there anything that I haven't asked you but you would like to talk about or to wish our spectators, our partners? Well, I just like to wish all the Skyway team just the best of luck in the nearest future, and hope as many customers or people will get involved in this project. Thank you very much for your participation. Спасибо большое за такой прекрасный сегодняшний репортаж. Вам же всем в завершение хочу сказать, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда у мужчин будут такие же бицепсы, как у Адриана, а девушки будут такими же красивыми, как Нина. Строй Skyway! Скажи, планету!